Здравствуйте, друзья, подписчики, рад видеть вас на своем канале. Если кто зашел первый раз, то подписывайтесь, смотрите плейлист, там есть разных много тем и для начинающих блогеров, и то, что надо начинающему блогеру. Так, я сейчас снимаю на такой же штатив, как у меня, то есть, который я купил. Вот он, с ценой, также ничего не отдирал, ссылочка будет в описании, я уже делал обзорчик. Покупал я в СПБ в Санкт-Петербурге, когда я ездил на кремацию бабушки. Гудит это холодильник, очень много посторонних шумов. И вот купил такой вот штатив, то есть я покупал именно два. Вот такой это у меня второй. Единственное, по этому штативу я хочу рассказать. Вот это вот, конечно, меня не устраивает. Это, которое снимается. Держатель, да? Смотрите, видите, здесь очень, очень маленький зазор. Маленькое место. Вот на которое я сейчас снимаю. В точности такой же штатив. Но эту я уже от другого взял штатива. Хотя она также выглядит. Вот это вот подушечка такая вот. Она немножко толще, и телефон отсюда не выскакивает. А вот именно когда я сюда ставлю телефон, то есть он вот так вот понемножку выскакивает. Вот кто подписчики смотрят меня, вот как я готовлю с готовкой видео, и я ставлю штатив этот на стол, то есть вот именно так вот ставлю, и немножко настраиваю камеру обычно, немножко вот так вот буквально пониже делаю, и все. И четко стоит. И сюда телефон. Вот видите, даже место есть уже от телефона. Но он, вот этот телефон, то есть сам по себе, он стоит и понемножку вот так вот отходит. А когда, конечно, снимаю, как вот есть видео, там вот ближайшие, как картошку жарю, да, на плитку ставлю я штатив, то я с телефоном его делаю примерно так, то есть настраиваю. И получается, к примеру, обзор снимается, где здесь, вот тут вот край плитки, а здесь вот идет именно, ну, вот этот вот пол, да, линолеум. То я беру штатив, чтобы вот лишнее не было, чтобы была одна сковорода, лишнего обзора не было, то беру, конечно, вот эти вот ножки вот так вот приподнимаю, и получается у меня, то есть, уровень одной сковороды. Так, ну ладно, в общем, с этим штативом понятно, то есть. А вот там вот есть такой вот держатель, ну, не такой, а другого плана. Вот я его сейчас буду использовать именно на этом штативе, и очень, очень такой удобный. Этот 650 рублей. Как я говорил на том видео ранее, мне здесь сделали скидку 50 рублей, 600 я его купил. И на который я сейчас снимаю, тоже в Питере покупал в этом же магазине, когда был в отпуске, тоже за 600 рублей. Так, и вот такой. Получается, я тогда все отдал 1400. Получается, вот этот за 800 рублей, то есть 200 рублей сделали мне на этот штатив скидку. Я вот особо не помню, там в таком состоянии был, что мало чего, если сказать честно, помню. Так, и вот он такой вот держатель. Очень, вот здесь металлический, самое главное, что вот это вот не ломается, потому что у меня на маленьких, вот будет видео, я их склею, у меня вот эти вот все разломались. Видите, вот здесь вот она раскручивается очень, очень удобно. Прорезиненная вот эта вот площадка. Так, и тут видите, то есть, и здесь закручивается под эту же резьбу сделано. И здесь тоже под эту же резьбу можно сделать. То есть, кому как нужно, тот так и делает. Вот в этом очень удобно, в этом плане. Вот тут вот фиксатор. Сейчас вот, к примеру, вот зафиксирую, да?
Смотрите. И вот он. Телефончик мы взяли. Допустим, вот сюда поставили, и все. Здесь он держится прям вот четко. Тут вот эти вот очень, видите? Вот хорошо очень видно. Видите, высокий очень зазор. И здесь тоже высокие зазоры. То есть телефон никуда не денется. Так. Так что буду вот пользоваться. Давно надо было пользоваться, но вот я сегодня никак не мог обзор снять штатива, и поэтому не пользовался им. Так, холодильник у меня перестал шуметь очень хорошо. И обзор телефона не могу никак снять, поэтому даже чехол силиконовый, который на телефон купил за 600 рублей, по карте скидок там получается, когда телефон покупал за 12 тысяч, там 1200 бонусов дали. Вот 600 рублей использовали, а 600 еще нет. Надо будет добавить, да. Миксер хотим купить. У нас предыдущий сломался. Надо будет миксер. Так. Сейчас. Ну вот, смотрите. Вот. То есть вот так вот у меня будет все это выглядеть. Вот. Довольно ровненько. Так. Вот так вот у меня все будет происходить дело. Больше я этот, да, штатив вам показываю, чем тот. Потому что вот этот мой самый любимый, самый четкий. Очень удобно. Его очень удобно ставить. И все. То есть вот так будет он стоять, держаться. Когда надо, допустим, буду вот, к примеру, готовку, да, снимать, наклоню его. Насколько мне надо. Ну вот так вот максимум, что не более того. И, конечно, вот вес телефона плюс еще добавляется, да? Может, немножко будет или падать, или, скорее всего, тут вот сломается. У меня, на который я сейчас снимаю штатив, у меня получается вот здесь вот уже разломано. Я все склеил. Сейчас я вам это покажу. Вот, видите, как я снимаю видео. То есть, вот так вот у меня стоит в данный момент. Данный момент, да? И вот, про что я говорил. Вот здесь вот очень довольно, вот она высокая. И телефон никуда не спадает. А то, что клеил я, вот я приклеил на термоклей. Очень, кстати, хорошо держится. Здесь очень несколько слоев. Когда Алексей ко мне приезжал, то я вот при нем делал так. Ну, сейчас продолжим обзор штатива, с которого начали. Так, ну вот он, штатив, с которого я начинал обзор делать. Вот так вот он. Так, как тут вот это вот поднимается вверх. Очень такое, так скажем, устройство. Не особо я его понял. А ну вот оно. Смотрите, как поднимается. Видите? Поднимается, как оно. И вот он ставится. Вот он ставится. Вот эта вот часть, как я понял, опускается. А нет, вот эта часть фиксируется. Вот это вот раскручивайте. И вот он регулируется. Регулируется, как вам надо. Допустим, вот эта вот высота, да? Вот он довольно, кстати, очень-очень высокий. Получается, он очень даже высокий. Не особо. Я, конечно, понял, как он делается. Это вот очень хорошо мне его в гараж. Я в гараже буду, когда летом ремонтировать. Вот. И видео снимать. Очень хорошо он для видео подходит.
Да, вот примерно вот так вот. И вот здесь фиксируется. Мы видим. И вон уже ни туда, ни сюда, да? Вот он четко стоит. Ну, большой, большой, конечно. Большой. Большой штатив, спору нету. Штатив большой. И самое главное, конечно, то, что мне нравится, то, что все металлическое у него, у этого штатива. Все металлическое, самые вот эти основные части, которые обычно самые хрупкие и которые ломаются. Вот цена его 990 рублей. Так, ну все, спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте про плейлист на предыдущий штатив. Будет ссылочка в описании. До новых встреч, друзья!